Я очень люблю Беларусь, но мне хотелось бы прежде всего рассказать небольшую историю. Я родилась в Украине, но с 15 лет проживаю в городе Лида. И по праву считаю Беларусь и, в частности, город Лиду своей второй родиной. По приезду в Беларусь первое, что меня поразило, это красота хвойных лесов, кристально чистые озера. А особенно юношеское воспоминание, яркое самое, это синее просторное небо. У меня была мечта остаться жить в Беларуси, и эта мечта осуществилась. Я сейчас живу в маленьком частном доме с красивым видом на Лидский замок, собственным садом. Моя профессия творческая. Я руковожу эстрадной студией «Акцент», которую посещает молодежь Лидчины. И через творчество я пытаюсь привить молодежи любовь к белорусской земле, к белорусскому народу, к белорусскому краю. Мы исполняем песни на белорусском языке о Беларуси. Мы объездили на конкурсах и фестивалях всю Беларусь, каждую область, посетили много экскурсий, исторических мест. И ребята не перестают удивляться и восхищаться, как многогранна и многолика наша Беларусь. И я считаю, что я воистину счастливый человек, что я проживаю в Беларуси и могу, имею такую возможность через творчество, через молодежь донести нашим жителям любовь к родному краю, к белорусской земле, к белорусской природе и раскрыть чистоту души белорусского народа.